Доброе время суток, меня зовут Михаил Фортини, вы на канале Витя Альфита. И сегодня у нас на обзоре будет матчбокс, а точнее автомобиль Dodge Charger модели STRS, одетый в национальную охрану космического парка НАСА. Давайте посмотрим. Данную модель я нашел в детском мире, и конечно, как я любитель данных машин, не удержался, купил. Довольно упаковка выглядит довольно красиво. Сделано все довольно качественно, как вы здесь видите. Вообще хочу сказать, что в России с каждым вот днем появился становится меньше и меньше, а на матчбокса немного побольше. Ладно, давайте я вскрою и мы посмотрим на сам автомобиль. Наш красавец уже довольно, как сказать, детализированно сделан. Давайте посмотрим. Почему-то фары передние не окрашены. Вот я не понимаю, зачем. Если бы докрашили, было бы красиво. Внешний вид довольно выглядит красиво. KSC, Security Patreon, NASA. Ну, это, сказать, как-то с космосом. Зад тоже, к сожалению, не огражен. Детализация подвески такой себе. Вид в кабине нормальный. По факту, это второй Dodger, ну, Charger в команде. И третий в списке. Это хоть весный Dodge. В принципе, он по масштабу чем-то похож. Третий Dodge — это Dodge Challenger STR. Вот такая у меня коллекция моих любимых машин получилась. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, следите с друзьями. Dodge является самым моим любимым автомобилем. Напишите, какой из трех автомобилей вам нравится. До новых встреч. Всем пока.